Зафиксирована попытка блокировать проход пассажиру, что является нарушением. Руку уберите, мужчина. Мужчина, вы можете выйти. Вы можете, они не правы содержат. Ну-ка пойдем выйдем, я тебе сейчас покажу. Не надо. Угрожать не надо, просто можете выходить, возьмите его, на будущее пригодится. Вы знаете, да? На будущее еще раз подойдешь, я тебе больше не говорю. Потом не говорю, иди спокойно. Да не, я знаю. Так, вот там кнопочка, надо нажимать вывоз. Да, не надо было останавливать. Что вы говорите, надо было кнопку просить. Я спрашиваю, выходит? Всего доброго. Удачи вам. Впервые нормальный мужик, прикинь. Да, я вам дал, он знает. Вызывайте наряд, конечно, наряд обязательно надо. Так, номер 190. Без наряда никуда. Ну, хочешь туда ходить, какая разница, он не обязан все вам показывать. На ваш регистратор он не обязан ничего показывать. Снимайте просто все подряд. Он не обязан никакие платки снимать, ну что, с ума сошли, что ли? То же самое скажу, снимайте свою рубашку сейчас, и все. Где это написано? Какое лицо? Он, может быть, болеет, у него насморк, может быть. Он не хочет заразить окружающих. Здравствуйте, пассажиры, могу вам предоставить людей, которые занимаются глупостями. Это называется антиконтролеры, которые вас провоцируют на то, чтобы... Чего? Какую чушь вы говорите? Кто провоцирует? Сами законы не знают, а говорят всякое. Мы вас проверяем, вас показывали по каналу Москва-24, мы вам устраиваем... Что вы говорите? Экзамен на профпригодность, да. Так что до свидания, вы от нас убегаете. Слушай, он выступил вообще супер.